Всем привет, с вами я, Крекер01 YouTube. Сегодня я вам покажу обзор на машинку Nissan 17 Nissan GTR R35. Я сегодня был на охоте и нашел такой прекрасный GTR желтого цвета из коллекции Then and Now. Вторая из 10 машинок, 250-79. Функций у нее никаких нет. Сейчас я ее распакую и вам покажу. Я его уже распаковал. И когда я его распаковал, я порезался. Да. Не спрашивайте, как. Ну ладно, не суть. Вот сам Nissan GTR. Сейчас я его ближе покажу. Он у нас выполнен в желтых цветах. И диски у него ярко-красного цвета. Как вы видите, вот. Так. Технические шоколадки. Так, не падай. Он выполнен у нас в желтых цветах. Небольшой спойлер. Выполнен он немного в черных цветах еще есть. Черные цвета. У него есть отличие. У него руль находится на правом сиденье, чем, как у обычных автомобилей, на левом. У него есть еще значок такой. GTR надпись. А сзади, покажу вам сейчас, Nissan. Вот. Так, по ходовым свойствам. У нас она 2016 года. Катается Nissan отлично. И дрифтит хорошо. Вот такой был обзор на машинку Nissan GTR. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.